Соревнования межвузовского конкурса профессиональных компетенций в самом разгаре. За звание лучшего борются студенты 4 высших учебных заведений. А вот компетенции 2 – рекрутер и интернет-маркетинг. Задание для маркетологов следующее – разработать концепт развития реально существующего предприятия «Шуйские сицы». На то, чтобы придумать схему продвижения, дается 3 часа. В частности, они должны проанализировать конкурентов, то есть понять конкурентную среду этого предприятия. И на основании оценки деятельности конкурентов должны составить стратегию продвижения бренда «Шуйские сицы» на федеральном и региональном уровне. Задание сложное, потому что в течение буквально очень короткого времени конкурсантам предстоит провести очень большой объем работы. Работа индивидуальная, каждый здесь сам за себя. Должен придумать что-то инновационное, нестандартное и креативное, чтобы удивить жюри из столицы. У каждого участника кейс с вводными данными. Мы планируем убить сразу 2 зайцев. Это и получить трудоустройство как минимум, и победить здесь, что станет большим плюсом не только трудоустройство здесь, а трудоустройство в других местах. Рекрутеры учатся подбирать персонал. Для них задание практическое и тоже довольно трудное, одно на всех. А вот подход от каждого требуется особенный. Работодатель очень часто сам не знает, какого сотрудника ему нужно найти. То есть он берет классические какие-то примеры, но не берет нюансы. Или, например, указывает какие-то критерии, которые либо не нужны для этой работы, либо на такой уровень заработной платы реально кого-то качественно найти довольно-таки сложно, либо в принципе невыполнимо. Поэтому ребята сейчас учатся и показывают нам, демонстрируют умение общаться с работодателем, с потенциальными сотрудниками и уметь продавать сотрудников для работодателя и работодателя для потенциальных сотрудников. Для студентов участие в конкурсе WorldSkills принимают учащиеся 2-х и 3-х курсов. Возможность проявить себя, понравиться экспертам и потенциальным работодателям. А если выиграют, отправятся на национальный этап состязания. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.